Так, всем добрый день. Сегодня вашему вниманию предоставляется ультрафиолетовый защитный фильтр фирмы Fogjemy 52 мм на резьбу. То есть обычный фильтр без специализированных покрытий. То есть относительно дешевый. То есть, ну и от него не надо ждать конца всех. Может словить и зайчиков солнечных, ну и так далее, и блики, если правильно это пользоваться. Так, вставляется вот в такой вот упаковочке внутри. То есть описано, для чего обеспечивается. Внутри есть пластмассовая такая коробка для хранения. Так, ну и непосредственно в этой коробке находится сам фильтр. Так, ну и выкручивается на объективе. Можно не снимать, поставить достаточно крышку. Вот так вот будет размещаться там фильтр на объективе. То есть, ну, с резьбой 52 мм. Так, ну, всем спасибо за внимание. То есть, кому было полезно, до следующих распаковок.